В Магадане объявлен режим повышенной готовности. Это связано с переполненными контейнерными площадками на улицах города. На прошлой неделе региональный оператор Магаданский на высоком уровне обещал исправить ситуацию. Рейдовая бригада мониторила происходящее на контейнерных площадках, но они до сих пор остаются переполненными. Баки забиты не только бытовыми, но и крупногабаритными отходами. По словам мэра Магадана, мусоровозов на улицах города стало еще меньше, чем на момент объявления режима повышенной готовности. Муниципалитет ничего не должен региональному оператору. Муниципалитет только потребляет услугу, но платит за эти услуги граждане. Каждый из вас получает квитанцию от регионального оператора. Юридические лица, заключившие договор, платят по этим договорам региональному оператору. Заказчиком услуги является Министерство строительства и ЖКХ правительства Магаданской области. Контролирует вывоз мусора Государственная жилищная инспекция. Административно-техническая инспекция Магадана смотрит за порядком этой процедуры и составляет протоколы. К административной ответственности нарушителей привлекает Государственная жилищная инспекция и полиция. По нормативу отходы должны вывозить не реже одного раза в неделю. Это связано с санитарно-эпидемиологическими нормами. В прошлом году дополнительные мусорные баки приобрели за счет средств областного бюджета. В этом году губернатор Магаданской области внес в программу «Столица» закупку мусорных баков, евроконтейнеров, оборудование и ввел субсидию на эти цели около 50 миллионов рублей.